Всем привет, друзья. Значит, тема такая, как вместо значков сделать картинки на экране. Значит, заходите в себя в меню пуск, находите здесь меню управления, панель задач, вот она, панель управления, сюда проходите. У меня она уже открыта. Вот она, панель управления. Заходите в оформление персонализации. Нажимаете параметры папок. Потом нажимаете вид. И здесь отключаете всегда отображать значки, а не эскизы. Вот эту галочку отключаете, нажимаете применить. И все, вуаля. Заходите в свой компьютер.